Уважаемые друзья, действительно, сегодня поистине очень исторический день. День, который войдет в историю нашего прекрасного вида спорта самбо. Позвольте мне сегодня огласить приветственное слово президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Участникам торжественной церемонии открытия мемориала, основоположникам самбо Спиридонову, Ощепкову и Харлампию. Поздравляю вас и все самбистское сообщество России со знаменательным событием, открытием мемориала основоположникам самбо Виктору Афанасьевичу Спиридонову, Василию Сергеевичу Ощепкову, Анатолию Аркадьевичу Харлампию. И мы, и грядущие поколения, всегда будем помнить имена тех, кто в 20-е годы минувшего столетия стоял у истоков зарождения самбо, формировал и развивал его философию и традиции. Ведь искусство самообороны без оружия, органично впитавшее в себя лучшие практики народных единоборств, поистине уникальный вид спорта, воспитывающий в человеке высокие морально-волевые, нравственные, гражданские качества, стойкость и самодисциплину. Подчеркну, открывшийся сегодня мемориал выполняет важную благородную миссию.